умирать выходите, да? Ну вот, а я бы на вашем месте не стал. Конечно, корпорации говорят, новая сеть... Здесь он где-то прячется. Мы уязвимы! Бросай оружие! Пушку лапал!
Из Арасаки. Помнишь меня? Эй, конечно помню. Привет, старик. 100 лет с тобой не виделись. Да слушай меня до конца, пожалуйста. Абернати устраивает чистку. Кто недостаточно лоялен, всех запрет. Я в списке. Причин не знаю. У них, как обычно, пленных не брать, бить наверняка. Сидеть сложа руки я не буду. Сейчас я собираю на нее компромат. Пущу ей жизнь под откос. Все документы лежат в тайнике. Если я не успею ими воспользоваться, ты получишь это сообщение и координаты. Ты разберешься, что с ними делать. Твою ж мать.
Вот это почем? Я подыскиваю себе новое оружие. Есть что-нибудь хорошее? А то. Полные ящики хорошего. Я подыскиваю себе новое оружие. Когда следующая поставка? Совокупный доход этих компаний. Неужели скучаешь по корпоративным разборкам? Крысиные бега, подковерные интриги. Это старый счет. Ясно тебе? Да-да, я ж тебя насквозь вижу. Крысиные бега. Пусто. Черт. Привет, Винни. Как время летит? Так значит, слухи о твоей смерти преувеличены. Вот именно, слухи. Но Бернати и правда чистит отдел. Мне тоже досталось. Я лишился дома, щитов, имплантов. Но это еще не конец. Я докажу ей, что она ошиблась. Вобью эту мысль ей в башку.
А, так ты решил сдать ей меня? Поднести ей мою голову на блюде? Думаешь, она тут же примет тебя обратно с распростертыми объятиями? Примерно так. А теперь повернись, руки за голову. Ну, быстренько! Помнишь Джоуи Ливани? Ну, додик из отдела по слияниям. Когда его уволили, он обмочил штаны. У него так коленки дрожали, что он и выйти сам не смог. Безопасники под руки выводили. Я не понял, ты это вообще к чему? Да ни к чему. Мне он всегда казался самым жалким и никчемным парнем в штате Арасаки. Но сегодня тебе удалось его обойти. А ты все такой же высокомерный. Весь такой занятой. Где уж там в курилке поболтать? Ты смотри, тоже сейчас обоссышься. Уже вон течет. Да вертел я тебя, Ви! И тебя, и этот блядский город! Как же приятно встретить старого друга и вспомнить былое. Да, были деньки. Я не в духе, Джонни. Напрасно. Тебе повезло. Могли бы с ним на пару в рядочек лечь. Хорошего вечера, Ви. Маякни, если что. Городской совет Найт-Сити избавил
Привет, Ви. Есть один коп, которому надо помочь в расследовании. Известен тем, что пользуется лазейками в законе, поэтому с наемниками работать не стесняется. Все подробности в письме. Thank you.
Аарон, это Ви. Записи у меня. А, Ви! Я думал, опять эти дармоеды пришли поговорить о Библии. Заходи. Ну и как? Были какие-то проблемы? Были, как всегда. Уже решены. А ты молодец, а? Тут выживают те, кто умеет решать проблемы. Ну ладно, давай записи скорей. Время – деньги. Эти записи ведь нужны для расследования, правда? Угу. Большой скандал, много вони. Но благодаря тебе дело сдвинется с мертвой точки. Вот, забирай. Отлично. Шепну словечко, кому следует, что ты человек надежный. Слово Аарона Маккарлсона дорогого стоит. Не сомневаюсь. Пока. Всегда хорошо. Заказ закрыт, деньги я перевела. Чё, тупой?
там! Стреляйте, урода! Thank you.
Thank you.
Ну ты подумай. Ви, сейчас в Нордсайде началась такая разборка, что мальстрёмовцы повалили оттуда толпами. Посмотри, что там творится, и сообщи мне. Ну ты подумай. До связи. Пока, Ви. Не верь журналистам, они врут. Thank you.
Как дела? Жив еще? Надеюсь, что да, а то у меня тут новый заказ. В этот раз надо найти запись инициации мальчика-трюмовца. Хочешь знать больше? Глянь мое письмо. Выходи, давай!
Беги отсюда! Как дела? Жив еще? Надеюсь, что да, а то у меня тут новый заказ. В этот раз надо найти запись инициации мальстрёмовцев. Хочешь знать больше? Глянь мое письмо.
жопу оторву!
Сегодня все мы оплакиваем безвременную кончину нашего мэра и доброго друга. Заждался. Чуть не бодок со скуки. Обсуждают возможность продажи земли за символическую цену в 1 евро-доллар, если корпорация Кантао продемонстрирует готовность заняться срочным тотальным изменением местных. Вылазь уже! Заебало тебя! Заказ за...